Закончился первый раунд. В красном углу отдыхает мастер спорта международного класса Фарзона Фазылова. Город Бухара, Республика Узбекистан. 2003 года рождения, боксом. Фарзона занимается 5 лет. Она провела 40 боев, в 38 выиграла. Чемпионка Азии. Тренируется Фарзона под руководством Истама Ашурова. Данным соревнованием готовил Эльшот Расулов. Закончился второй раунд. В красном углу, в синем углу отдыхает Маржона Савриева, мастер спорта из города Бухара, Республики Узбекистан. 2002 года рождения, боксом занимается 5 лет. Счет боям не ведет. Финалистка чемпионата Узбекистана. Тренируется под руководством Мурада Хаитова. К данным соревнованиям готовил Эльшот Расулов.
Бой окончен. В этом бою со счетом 3-2 победу одержала Маржона Савриева, Узбекистан. В ринг приглашается вторая пара спортсменок весовой категории 50 кг Шахриза Халилова, Уракбаева, Джазира. Вторую пару обслуживают судьи, рефери Хамид Турсунов, боковые, Тулемай Сульманкулов.